тот период, которым я управлял правительством, был самым продуктивным. То есть мы приостановили спад, мы спасли страну, и в экономическом плане был стабильным и в рост. И я ее так оставил. Но то, что творится за последние годы, страна катится в нехорошее направление. Если не предпринят меры срочные, команда нации, о чем мы говорили с вами и ранее, то мы можем потерять народ, историю и можем потерять и страну.